«Одаренность и развитие». Под таким названием прошла научно-практическая конференция в стенах Казанского университета. Несмотря на то, что выступающие приехали в КФУ с разных городов России, коллеги отлично понимали друг друга с полуслова. И это легко объяснить, ведь тема раскрытия детского таланта никогда и нигде не теряет своей актуальности. Ну, здесь представлены опыт, вот мы, по крайней мере, услышали опыт Казани, опыт вообще Республики Татарстан, что было для нас очень интересным, очень полезным в работе, и я думаю, мы какие-то вещи будем использовать. И в то же время мы приехали поделиться своим опытом, как у нас эта работа в школе построена, как у нас эта работа построена в регионе. На конференции отметили, что в России существуют серьезные расхождения в понимании одаренности учеными и педагогами. Первые считают, что одаренность не всегда объясняется хорошей успеваемостью, а вторые проводят прямой знак тождества между одаренными и отличниками. Интерес к выявлению индивидуального подхода к ученикам не угасает и по-прежнему является одним из самых обсуждаемых. Основной, наверное, целью образования становится выявление творческого потенциала или так называемого даже человеческого капитала. Именно этим и занимается современная школа. И нужно выявить и развить ребенка в каких-то определенных направлениях, и чтобы это были не какие-то единичные направления, а даже в целостности такая гармонично развитая целостная личность, умеющая находить решение определенных проблем, не просто обладающая набором знаний, а именно таким вот образом ищущая и находящая пути решения. Не стоит забывать, что требования к личности только растут. Креативность, знания, навыки и талант – все это предстоит раскрыть в детях современным молодым педагогам. Теперь можно с уверенностью сказать, что им точно известно как. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.